know the musicians before you get to know them while playing. It's a communication, it's like a dialogue. You tell, this is my material, this is your material, so what is happening if we put this together? And you react only to the music. But here you have the movie, and of course it's quite natural that you follow the movie, so you don't really illustrate the picture, but you automatically take on some roles, or you change the atmosphere the better you know the film, because you know what will come next. So it is not as free as the free improv, mm-hmm. But I think the more times we do this, the freer it will get again, because then we have already met, we know what to expect more or less, but then we would dare to surprise each other. And film helps to build communication. No, it does not help. I would not say it helps, but it alters the kind of communication, because the film is something which would not change. The film will always be the same. It's fixed. It's like a score. You could probably say it's like a graphic score. You interpret differently each time, but in communication with your musical partners. So the film directs the communication in the group into a more determined direction than it would be without film. This is for sure. I think this is my feeling with playing for silent movies. Вот что вы думаете по этому поводу, да, значит, насчет коммуникации? Я абсолютно согласен. Конечно, фильм как минимум является поводом для того, чтобы нам встретиться и сыграть что-то вместе. И, конечно, мы так или иначе реагируем на происходящее на экране и каким-то образом подстраиваем свою музыку под то, что мы видим. Вот. С другой стороны, ну, есть разные способы иллюстрирования фильмов, немых в том числе. Ну, например, тот же Айги, он сочинял саундтрек, и они исполняли его, исполняли саундтрек от первой до последней ноты. То есть как бы классический вариант. Да, там было все, возможно, там были какие-то импровизационные куски, но, насколько я знаю, обычно он работал фактически с нотным материалом. То есть он сочинял саундтрек, и его группа исполняла этот саундтрек, имея перед собой какие-то ноты и так далее. У нас ситуация абсолютно другая. То есть мы ничего не сочиняем специально. Вот, мы импровизируем. С моей стороны возможен какой-то подготовительный момент, потому что я использую, например, какие-то приборы, которые предполагают импровизацию. То есть я сам не знаю или могу только предполагать, что тот или иной прибор произведет в плане звука. И в этом отношении тут как раз есть такое, ну, абсолютное поле для экспериментов. С другой стороны, я использую уже какие-то звуковые заготовки, фрагменты, ритмические рисунки, которые у меня уже есть в компьютере, и я уже знаю примерно, что я буду использовать в той или иной сцене. Понятно, что я могу комбинировать это все по-разному и заменять какие-то фрагменты на другие и так далее, но, тем не менее, у меня есть уже какой-то подготовительный материал, подготовленный материал, который я использую. И в этом отношении как раз, ну, с другой стороны, я в свое время читал интервью Альфреда Шнитке, который довольно много работал с кино, но он записывал, тоже сочинял саундтреки для мультфильмов, для фильмов, и он там сказал такую фразу, что чем как бы, ну, как бы дальше музыка находится от изображения, тем интереснее получается ее взаимодействие. То есть можно буквально иллюстрировать каждое движение, каждый жест на экране, а можно абстрагироваться от изображения, и открываются какие-то вторые и третьи планы, и сочетание музыки и фильма приобретает более глубокий оттенок, более глубокий характер. И в этом смысле я с ним могу согласиться, потому что, ну, на самом деле очень скучно сочинять музыку, вот, особенно
под немой фильм, глядя на него и что-то вот скрупулезно кропая на фортепиано или на каком-то инструменте. Я даже не представляю, как это вообще можно делать. Тут же Айги, он, конечно, гениальный музыкант и композитор, здесь нет сомнений, но я, например, не могу так работать, как он. Более того, я практически не владею нотной грамотой, и я не могу записать все на ноты. Я могу разве что обозначить графически какие-то фрагменты, куски. Но я, когда работал с Фаустом, я попытался так сделать, но потом понял, что это практически невозможно, это пропадает интерес к самому процессу. И я достаточно интуитивно, спонтанно подбирал какие-то куски, иногда вслепую, потом смотрел, что же из этого получается. Вот. И ну, таким образом происходит процесс вот, с моей стороны. То есть, конечно, я просмотрел «Метрополис», более того, его фильм очень известный, его показывали по российскому, по советскому телевидению не один раз, на самом деле, и я этот фильм видел. Вот. И, конечно, у меня были уже какие-то ассоциации, какие-то образы, я примерно представлял, что я буду использовать, какие звуки, какие ритмические фактуры. Вот. И таким образом я просто подобрал какой-то набор материала, какой-то набор фрагментов, которыми я манипулирую. Ну и плюс, опять же, так называемая live electronics, электроника, которая предполагает такой рандомный подход в работе с инструментами, то есть ты сам точно не знаешь, какой звук произведет тот или иной инструмент или электронный девайс, так называемый. И в этом смысле как раз вот в моем плане получается некое сочетание каких-то заготовок и спонтанного музицирования. При том, что я не использую гитары, не использую какие-то такие более традиционные инструменты. Здесь у меня как бы принципиальный подход. Ну, так сложилось, поскольку обычно с нами всегда играли мастера импровизации, люди, владеющие в совершенстве теми или иными инструментами, и мне в данном случае не было необходимости еще себя как бы использовать в роли гитариста или басиста или клавишника. Вот. Я больше работаю именно со звуком и с ритмическими фактурами. Я должен сказать, что у меня примерно то же самое, несмотря на то, что я исполнитель, так сказать, но, во-первых, я в этом фильме, в «Големе», я работаю с электроникой тоже, правда, не Live Electronics, это синтезатор, но там тоже есть элемент непредсказуемости и неожиданности, связанный с двумя вещами. Первое, на одном из синтезаторов, который представляет собой синтезатор аналогового моделирования, есть возможность изменения звуков в живом времени, но эти изменения действительно не очень предсказуемы, то есть есть несколько ручек, которые крутятся в ту или иную сторону, и звук можно изменять. И второй фактор, он очень любопытен, и он очень специфичный, это фактор ошибки. Дело в том, что когда я работаю с ним в кино, мне нужно переключать тембры в темноте. Периодически я попадаю не на те кнопки. Я на самом деле этого не боюсь, это даже интересно. А если возникает непредсказуемый тембр, который я раньше не использовал, это только плюс. То есть это такое вот помещение себя в неординарную ситуацию, в некую экстремальную ситуацию, когда ты вынужден как-то выкручиваться из этого. Like lack of piano. I'm talking about the unexpected things during the improvisation. Вот, и мне это очень нравится на самом деле. Я, правда, для самого трека не делал такие вещи, но в свое время я делал концерт, играл концерт на синтезаторах, где я просто нажимал на кнопки случайно и совершенно не знал, какой тембр вылезет в следующий раз. И себя в такие вот условия помещал. Вообще это безумно интересно, именно вот в каких-то определенного рода экстремальных условиях импровизировать. И результат всегда непредсказуем, и от этого очень интересно. Could be listened by itself I think so. Because it's still it is still improvised music, and it is still the group of musicians communicating.
only that there is a fourth element which is fixed and which also changes the way. I mean, when we played in October afterwards, we said it would be interesting to try this group without a film. Because we never did. We only played with movies so far in this combination. So it would be interesting what we could do without being dependent on a film. We still never tried. but I think the music, I think the music could stand for itself, yes, in this case, because it's, it goes beyond illustration of the, or it goes beyond commenting on the movie. Да, я тоже хочу добавить, на самом деле мы записали не один саундтрек, ну, по крайней мере, те саундтреки, которые мы с Сергеем играли для Фауста, и саундтреки, которые я делал один для этого фильма, они в чем-то похожи, в чем-то разные, и они вполне слушабельные сами по себе. Там есть масса интересных фрагментов, конечно, материал можно редактировать, сокращать, потому что, ну, все-таки слушать час-два такого рода музыку достаточно сложно. Это для на любителя, для специалистов и так далее. Но музыка интересная сама по себе получается. То есть в данном случае как раз здесь нет такой стопроцентной зависимости музыки от изображения. То есть она слушается и звучит сама по себе вполне, вполне адекватно, я бы так сказал. Немного тогда провокационный вопрос насчет записи импровизационной музыки. Импровизационная музыка рождается здесь сейчас, это музыка, которая отражает вот данный момент. Да? Угу. Когда его записываешь, все равно это некое, ну, ограничение. Да? То есть импровизационная музыка возвращает нас к неким корням, когда никакой записи не было, ничего, то есть нужно было ее слушать там, где она играет. Вообще смысл есть ловить эту музыку? Или все-таки в идеале она должна слушаться? Есть очень интересная фраза адепта неидиоматической импровизации Дерека Бейли, человека, который внес очень мощный вклад в развитие импровизационной музыки. Он в свое время говорил, что компакт-диски или пластинки с импровизационной музыкой нужно выбрасывать после первого прослушивания. И это абсолютно честный подход. Действительно, импровизационная музыка существует здесь и сейчас, и когда время ушло, все, нет никакого шанса воспроизвести ее дважды. А звукозапись, конечно, в какой-то степени мумифицирует вот эту вот живую реальность. Это примерно как муха в куске янтаря, да, застывшая. Вот существо летало, да, а теперь оно, так сказать, не летает. Его можно положить в музей. Да, но с другой стороны, это возвращение, это вот шанс вернуться к вот тому самому прекрасному мгновению, да, пережить его снова и снова. А ведь мне кажется вообще, что звукозапись в сегодняшней ситуации в какой-то степени вытесняет нотную запись, потому что композиторы зачем фиксировали произведение? Для того, чтобы можно было к нему вернуться, чтобы повторить это. Да? А сейчас при такой развитой технологии звукозаписи в какой-то степени нет необходимости в этом. В этом смысле импровизационная музыка, поскольку я занимаюсь и импровизацией, и композицией, несмотря на то, что я и как композитор работаю довольно продуктивно, и как импровизатор, но я все-таки больше тяготею к импровизации, потому что я прекрасно понимаю, что очень часто даже месяцы работы композиторской не в состоянии сымитировать вот этот вот живой импульс непредсказуемости, который есть в импровизации. Так что вот субъективно мне кажется, что существование звукозаписи и импровизационной музыки вещь отнюдь не негативная. То есть я бы не стал выбрасывать хапологически после первого прослушивания. Ну, конечно, на самом деле тут же Дерек Бейли, автор массы различных альбомов, и он участвовал в разных коллаборациях и сотрудничал даже с такими техно- и драм-н-бейс музыкантами. На самом деле, слушать импровизационную музыку в записи достаточно интересно, на мой взгляд, потому что, естественно, это фиксация момента, это возврат к какому-то событию, которое имело место быть в прошлом. И, с другой стороны, это такой неиссякаемый источник каких-то новых звуков, сочетаний,
каких-то фрагментов, которые специально не сочинишь. И вообще импровизационная музыка – это довольно сложный жанр на самом деле. Часто бывает так, что музыкантам нравится играть друг с другом, но публике не очень нравится то, что они делают, как они играют между собой. И высокий класс, когда это нравится и самим музыкантам, и нравится публике. То есть на самом деле публика ждет какого-то продукта, какого-то вот законченного музыкального произведения. И если импровизаторам удается может быть, сымитировать или создать иллюзию вот этого вот законченного, как бы, цельного произведения, то это, наверное, можно считать успешным, успешным выступлением вот этой, положим, импровизационной группы. С другой стороны, мне, например, интересно пребывать в этом процессе, в этом состоянии, и, конечно, я сам люблю возвращаться время от времени к каким-то записям, которые были сделаны в прошлые годы, и более того, возможно, там возможно открывать все время что-то новое для себя. То есть ты сыграл, у тебя одно ощущение, послушал один раз другое ощущение, второй, третий раз восприятие может быть вообще абсолютно разным. И в этом как раз преимущество импровизационной музыки перед любой другой в этом и заключается. То есть ты можешь к ней возвращаться сколько угодно. И понятно, что песню ты послушал один раз, второй, третий, да, она может вызывать какие-то эмоции, там, ассоциации и так далее. Она не меняется. Да, но она не меняется. Там и ты ничего нового в ней уже не услышишь. Другое дело, импровизационная музыка, она все время дает возможность открывать в ней что-то новое, какое-то новое состояние, новое сочетание, новый элемент. И чем больше ты, как бы, открываешь в этой музыке что-то для себя, тем, наверное, можно считать ее удачной. То есть, как бы, эксперимент, что называется, удался. Вот. Хотя, конечно, существует в мире, наверное, записано огромное количество импровизационной музыки, которая может быть более интересна, менее интересна, удачная, неудачная. Тут уж вступает в силу такой процесс субъективного восприятия. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но это нормально, это относится, наверное, к любой другой музыке. Вот. На всех не угодишь, как говорится. И у меня бывает так, что я слушаю какую-то запись прошлых лет, и она мне не нравится активно как-то. Кажется, что это неудачно. Спустя какое-то время я к ней возвращаюсь и понимаю, что да, это интересно, это здорово и так далее. И в этом как раз вот этим меня и привлекает импровизационная музыка. Но что тогда, вот давайте сразу подумаем, что происходит в нашей стране с восприятием. Не с игрой, не с исполнением импровизационной музыки, а именно с восприятием, насколько публика подготовлена. Поскольку музыку с импровизацией, как классические жанры, какие-то формы джаза воспринимают достаточно хорошо. Что касается импровизационной музыки, которая, собственно, сама по себе импровизация, как воспринимать? Мне кажется, что здесь, понимаете, для того, чтобы что-то воспринимать, нужно иметь некий бэкграунд для этого. Это относится не только к импровизационной музыке, это относится вообще к чему угодно. Да, там, скажем, вот известно, что жители Индии не воспринимают западноевропейскую музыку большей частью, потому что там нет четверти тонов. А согласно индийским канонам строения музыки, если музыки нет четверти тонов, то это вообще не музыка никакая. То есть они не воспринимают западноевропейскую музыку в должной мере. А мы, скажем, не воспринимаем, ну, в массе своей, там, допустим, тувинское горловое пение не воспринимаем как музыку, или корейскую музыку, которая для нас звучит как радикальный авангард, вообще как шум и так далее. То есть некий культурный бэкграунд должен быть. Мне кажется, что в России оказалась в отношении восприятия импровизационной музыки не лучшая ситуация, потому что мы долгое время жили за довольно серьезным железным занавесом, хотя отдельные тенденции культурные с Запада к нам проникали, но тем не менее они вот все-таки не реализовались в некую школу, а если нет школы, не создана аудитория.